Сотни пожарных со всей Австралии борются с огнем, который уже третий день продвигается по обширным территориям Аделаидских холмов на юге страны. Десятки жилых домов были уничтожены в пламени, а многие местные жители были вынуждены бежать и теперь не знают, какую картину застанут по возвращении. Я просто хочу вернуться домой и защищать его. Это ужасно, как страшный сон. Многие дороги были перекрыты. Пожарным также пришлось физически останавливать некоторых людей, которые пытались спасать свое имущество. Нам, к сожалению, не позволили приблизиться к дому, чтобы что-то спасти. Мы потеряли все. На пути огня оказался частный приют для кенгуру. Его хозяйка пожертвовала своим домом ради питомцев. Когда они прибыли, мой дом был в огне, но я сказала им не тушить его, а спасать моих животных. Один пожарный нашел у дороги коалу, которая очень хотела пить. Как говорят спасатели, пожар не смогут локализовать еще несколько дней.